Партнер программы «Прогноз погоды» – современная медицинская клиника. 7 мая снова в Печоре травматолог-ортопед из Сыктывкара. Обращайтесь при боли в спине и суставах, сколиозе, плоскостопии или травмах. Врач принимает взрослых и детей с 3 лет. Проводит внутрисуставные инъекции, УЗИ суставов, подбор ортопедических изделий. Записывайтесь по телефону 30350. Количество мест ограничено. По данным синоптиков, завтра, 3 мая, в Печоре ожидается облачно с прояснениями, временами небольшие осадки. Ветер западный порывистый. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет -1, -3. А завтра днем +3, +5. Мосты между нами, мосты. Песни со смыслом. От любимых исполнителей. От Печорин на вокзале. Духовой шансон. Душевное радио. Love Radio. Лучшее из мира твоей любимой музыки.